Июль – время отпусков. 8 депутатов Горсовета сейчас отдыхают. Но, несмотря на жаркую пору, заседание состоялось. На повестке дня было постановление о досрочном прекращении полномочий председателя Горсовета, а ныне мэра города Вячеслава Двораковского. Патетики и пламенных речей прощания не было. Вячеслав Викторович сейчас находится в отпуске и на заседание так и не появился. Но и без его участия постановление было принято единогласно. На заседании обсудили и геральдические вопросы. Доклады касались сразу двух символов города – герба и флага Омска. Вполне возможно, что в ближайшее время мечи ждет конкурс, а лучшая работа станет новым символом города. Такое предложение высказали депутаты, но не исключено, что в Омск вернется герб 1973 года. А вот предложение платить депутатам зарплату за работу в горсовете принято не было. По мнению Валерия Кокорина и его сторонников, в горсовет идут желающие помочь людям, а не заработать на них. Когда ты избираешься в горсовет и знаешь, что горсовет работает на добровольной и такой вот неоплачиваемой основе, то зачем морочишь голову избирателям? 25 июля состоится последнее заседание этой сессии городского совета, после чего депутаты полным составом отправятся на каникулы. Татьяна Коломыцева, Юрий Гурьев, Омск-300.